Привет, привет, мои дорогие. Ну что, пожрем? Дома жара невозможная. Сделала я шаурму, ну уж так вот чуть-чуть показала, как, ну я ее постоянно делаю. Вот захотелось мне шаурма, и, ну, небольшая шаурма. И с перчиком, добавила туда еще перца. Но единственное, я наложила все на лаваш там. И пока ждала, что у меня курица дожарится. Вот что с ним случилось. Ну, я думаю, что это ничего страшного. Будем жрать, как получится. Сейчас на Ютубе. Ну, в принципе, когда ее влоги, я подписана на нее уже давно. У меня еще канал не было, я смотрела девочку. У меня две дочки. Она еще заводила канал. Ну, создала канал давно-давно. Когда у нее только один ребенок был. Жила с мужем. Вернее, у мужа в квартире, потом второго родила. Знаете, была нормальная, хорошая семья. Потом так случайно. Разошлись. Но описывать семейную ситуацию их не буду. Но у него быстро появилась другая. Ну, все-таки она, скорее всего, была у него, да, уже. Ну, она вообще, вот эта девочка, молодец. Она хорошо зарабатывает. Сначала купила себе душку, ну, ипотеку. Машину выучилась. 35 лет ей. Сейчас живет на частной. Купила себе, ну, двушку продала, ипотеку купила, трешку. Я к тому, ну, вообще, вот это так вот, про жизнь все. Вот она сейчас влог выпустила, сидит такая. У нее молодой человек появился, ну, ровесник. С дочками. Живут, все хорошо. Он ей помогает. А он уехал к родителям, навестить родителей. И она сняла такое, типа, коротенькое видео про расставание. Я ему говорю, вот что только не написали. И влоги, на самом деле, она тоже место, расположение меняет, куда-то туда-сюда ездит. Все что-то показывает, все что-то рассказывает. И бросил-то он ее. Вот она ремонт делает в квартиру, уехал в такой тяжелый момент.
И у нее там, ой, ну, в общем, ну, понятно, семья, 10 детей. Девчонка сидит такая расстроенная, в таких смешанных чувствах. И вот дома-то у нее не так. Ну, как обычно, да, когда живешь с детьми. И занавески-то не глаженные, и шторы не чищенные. Я говорю, что только люди не напишут. Ну, понятно, что всем же все люди разные, все снимают по-разному. Все это перед съемкой. 45 раз в ящике уберется и полезет снимать, как он частоту сейчас будет наводить. А тот показывает все как есть. А вот я все про Аню. Тоже заходит, пишет. Муж-то еще там. Раньше хочется так биться и по башке треснуть. Вы за своим следите. Там, не там. Здесь, не здесь. Какая вам разница? Если человек не снимает, значит, это не значит, что его нет. А на Ютубе у Ани вообще канал нет. Она только со мной здесь снимается. Мой канал. Ну, мои видео выставляет, а не ее. Кому интересно, у Ани есть Дзен-канал. Приходите в Телеграм. Она там тоже репостит свои видео. Еще насчет ваших денег. Комментарий такой был. Опять же, живу на деньги. Вот когда вы мне лично пришлете и скажете. Вот я прислал. Ну, кто там мне выписал. Опять умные. Ты живешь сейчас на мои деньги. Тогда я это скажу. А пока я эти деньги зарабатываю. И платите, к сожалению, не вы мне, а Дзен. Вот. За минуту видео, что вы там просмотрите. Мне ни горячо, ни холодно. Поэтому на чьи деньги я живу, пишите в личку, я скину карточку. И буду говорить, что я живу на ваши деньги. Грудка такая сочная получилась. Прям чуть-чуть обжарил ее на цептеровской сковородке. Крупно такими толстенькими кусочками. Прям вообще. И в этой сковородке потом обжарила шаурму. Я, кстати, височек себе сегодня выбрала. Вот. Потому что не находишься через 2 недели в парикмахерскую. Нет, делаю так, как мне нравится.
Остальных просьбы не беспокоиться. Ну все. Наелись, нагулялись. Постирала сегодня чуть-чуть. Да ничего. Все хорошо, все отлично. Все, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа.